Продолжаем выпуск. В эти минуты в Шотландии проходит референдум. Ожидается, что в голосовании примет участие более 4 миллионов человек. Главный вопрос, на который предстоит ответить шотландцам, должна ли Шотландия стать независимой страной? Дайте безусловную поддержку шотландскому народу на референдуме. Это наш выбор. Мы хотим, чтобы наши голоса были услышаны, ведь это называется демократией. По данным соцопроса, противники независимости в Шотландии опережают ее сторонников на 6%. Исследование было проведено по заказу лондонской вечерней газеты «Evening Standard». В поддержку единства Великобритании выступили 53% опрошенных шотландцев. В пользу независимости высказались 47% избирателей, имеющих четкую позицию по этому вопросу. Референдум продлится до 10 часов вечера по местному времени. Известно, что в случае положительного ответа большей части шотландских избирателей 24 марта 2016 года Шотландия будет объявлена независимой страной. Известна позиция и королевы Елизаветы II. Она надеется, что люди очень тщательно подумают о будущем, прежде чем проголосуют на референдуме о независимости Шотландии.